Так, и всем привет, с вами Джим Рейнер и Шторм. Всем привет. Так, и теперь я играю за Америку на этой же карте. Блин, мне все зависит от какого фига. Не знаю. Не, ну это вообще, я вообще не фиг, ладно. Ну, с кем не бывает. Ну чё, по договоренности первые 7 минут никакой авиации. Не, ну я заказал мишку. А я свои транспортные. Ну, транспортники тоже не то. Я же заказал мишку 17. Ну да, я UN1, вай. Эх, вообще UN1 с миниганами можно ставить портовыми. Но тут что-то нет такое. Был бы как Black Hawk. А кстати, а что-то его убрали, что ли, с этим? Да, его убрали, его убрали. Его убрали. Нагло и подло. Оп-оп-оп-оп-оп. А вот и ты, толстолобый. Попал? Нет, не попал. Попал! Готов! В общем, я это зря сделал. Что именно? Зашел в игру? Нет. Так, ладно. Передовой отряд. Передовой отряд. На перехват. О, тут есть удобная стенка. Я уже тут. Так, мостик за мной. Ты куда? Ага. Что ты там собрался делать, маленький педобирушка? На. Не показалось ли там что-то было? Так, воздушная поддержка вертолетика. Да. Так, воздушную поддержку. Да не, ты не понял, да? Я просто тут летаю. Нет, все, понял, валим. Что-то по мне там стреляли. Так, ты случаем там не умер или нет? Так, пора валить, короче. Блин, тут мешки с песком как-то слишком близко к краю, тяжело стрелять. О, точно, подствольники, молодцы, ребят, молодцы. О, мои основные войска подошли. А вот и кавалерия. Подоспела. Вообще, блядь, заебисный бой начало. Тебе так не кажется? Ну, кажется, да. Мне так понравилось начало. И вертолетиками постреляли. А вы дебилы. Да! Прибил. Молодца. Вот тут есть позиция. Бегом туда. Ты дебил с биноклем, тебя мы не возьмем. Не нужны нам дебил, которые с бинокля только глядят. Так, ну что ж, начальная позиция за мной. Ну что, первые 7 минут же ж по договоренности? Никак... Ну да. Ну чтобы это самое не нарушал. Чтоб не нарушал. Так, и троих. Что вот там такое? Птичка каркнула. Что это такое? Боевая машина пехоты? Ты серьезно? Вау! Она... Ты что делаешь? Ты не прихуелый? Твоя шняга умирать, я ехать дальше, убивать. Твоей артиллерии конец, если я сейчас не умру. Так, заряжаем фугасы. Ну что, спасешь свою штуку? Ну, естественно. На! Вертуханыч убрал. Артиллерию убрал. А ты Вертуханыч? Ты что-то не вижу, чтобы ты убирал артиллерию. Да тем более ты уже пострелял по моим. А интересно, я с гаубицы смогу сбить Вертуханыча? Не знаю. Думаю, уже поздно. Ничего себе! Вот это сила ракеток. Поварились ведь! Без авиации! Убрал! Убираю. Но я не думал, что ты так рано артиллерию будешь юзать.
прошлом раунде ты по... уничтожил. Ага, трех бойцов убил. Ага, и Брэдли. Ага. А сколько твоя арта стоила? Сто. А твоя БМПХ сколько? Сейчас скажу. 130. Лошара! Сколько твоя артиллерия? 100, я же сказал. 100? Не может быть, что борта стоила сотню. Сколько у меня? Так это ж переносная, как считается. Это ж не походная. А где у меня? А где у меня артиллерия вообще есть? Хочу посмотреть мои цены. А, вот, Дана. Так, Дана, ты сколько стоишь? 3 сотни. Полдень, 350. А у меня есть что-то полустанковое? Минометик, ну это хуйня. Подожди, у меня минометик стоит сотню. Как у тебя 122-мм гаубица тоже сотню стоит? Я потом... Я потом... Я потом зайду за русских и посмотрю, сколько она стоит. На что подо не столько стоит. Что такое? Ваня, что опять? Что такое? Только не говорите, что все в говно. Это так красиво начинал. Я так красиво начинал. Нет! Ну нет! Нет! Ну что? Естественно! Ну естественно! Ладно. И всем привет, с вами Джим Райнер и Шторм. Всем привет. Подожди, но ведь я играю за Америку. Ну ладно. Уговорим. Так, где БМП бережок? Штаблет? Он... А, так подожди, так он же поначалу недоступен. Ну да, он недоступен. Печаль будет. А мы сделаем вот так. Может не надо? Слышь, давай-ка в рамках разумного, а то знаю я тебя. Ну чё, вертолётик заказал? А я немного другое заказал. Что? Может не надо? То я знаю тебя. Написано Аэрофлот. И чё это? Стоп, стоп! А ты не прихуел? А ты не прихуел? Ты, блядь, прихуел. Еще как ты прихуел? Блин, у меня синхронизация, я завис. Ты еще как прихуел? Что у меня зависло? Ну не знаю. Высаживаем! Ты, сука, не посмеешь. На! Сбил. Че, вертолетиком слабо? Самолетики, да? И у меня зависло. Че, вертолетики слабо? Да это у меня виснет. Вертолетики слабо, да? Кажется, я еще и выиграю. Отстрелю супостата. Сбил трак. Кстати, я надеюсь, ты мне в тыл не заходишь, только по-честному. Я ж тебе не захожу в тыл. Я же захожу в тыл. Шо? Это считается как-то уже нечестно. Это совсем по-черному. Это уже оригинальная втылуха какая-то. Тебе так не кажется? А ты втылуха. Чё? Это и есть втылуха, что ты хочешь. Это не оригинальная втылуха, это мод Cold War. Тут другие правила. Другие правила, другая атмосфера. Ты так был любезен и не попал по окопам моим любимым. Мои любимые окопчики выжили. Так, у меня пулеметчики живы? Или все передохли? Да, кажется, они все разменялись на твой десант. Ну, у тебя целый ан, а у меня всего лишь вертолетик.
Да, я имба, да, я про. Стоп, что? Так, птуры, товс. А, даже не потребовался птур. Да не стреляй по своим. Я вообще завис, ну так нечестно. Да ты не завис, даже не было написано, что подлах. Но у меня подлаял, он долбанная синхронизация, я только собирался птуром выстрелить. А чё, ты под прямым управлением птура пытаешься запускать? Чё? Ты что, под прямым управлением птур запускаешь? Да. А ты знаешь, что если под прямым управлением птур запускать, то он летит, как обычный РПГ, и не может искривляться? Самонаводиться. Ну да. Ну ты понял, в общем, суть. Так, вот ты, что за хрень у тебя? Возьми лучше. Вот этой дельты. Так, куда пулемет улетел? Мой Брэдли убил моего пулеметчика. Лох. Ну ничего, у меня как раз был какой-то дебил с не пойми каким стволом. Вот у него и обменял. О, еще один пулеметчик. А, у тебя зависло? Вань. Только не говори, что опять. Я, кажется, знаю, что это. Ты вернулся? Я думал, у тебя воспаление хитрости. И ты просто таким способом яхту выливаешь. Что такое опять? Не знаю. Я думал, ты решил схитрить и просто выключить интернет. Нет. Блин, что у меня подлагивает? У меня подлагивает. Подлагивает? Да. Так. Ну чё? Кстати, я ту часть, наверное, прикреплю к этой, там, где я твой вертолетик сбил. Правда, это я уже не в первый раз сбил твой вертолетик, но у тебя, как обычно, вылетало. Что? Что? Да вот то. А Тэшку-то не рано? Нет. А мне кажется, рано. Мне кажется, ты поторопился. Воу, что это опять в воздухе? Я такую штуку не в первый раз уже вижу. Мне это кажется... АГС. Что? Ты не в курсе, что на этом есть еще... А, это дым, это дым. Это зенитный пулеметик. Лох. Есть, черкан. А с чего ты меня сбил? У меня же отводиловка работала. Ты выжил? Нет, ты умер. Нет, ты выжил. Стоп, только не добивай. Мы не договорились в тыл заходить. У тебя что, ствол не работает? Я этим непременно воспользуюсь. А какие у тебя еще системы не работают? Ракетоотводилованные работают? Кажется, да. Да, работают. Плохо. Но ты не починишься, я тебе не дам. Так, давай-ка фугасиками прибьем их. О, мои пареньки за мешками с песком неплохо дерутся. Молодцы, ребята. Твой танк такой жалкий, когда он неактивный. Только не добивай, плиз. Извини, не слышу. Слышишь? Не слышу. С врагами так и нужно поступать. И никак иначе. Ты сучка себя ведешь. Я? А чё ты свой танк-то не прикрываешь? Чё-то ты не горишь.
Не сгораешь, по крайней мере. Я к тебе прижмусь, чтобы если ты захотел мой Брэдли убить, то, ну, ты понял, что будет. У меня пторы кончились, серьезно. Ну, блин, а мне недоступны техи. Ибо я и бережок тоже через время. Чем я тебе могу противостоять? Сам виноват. Да, я, конечно, серьезно тебя убил. Точно, что же я туплю? Есть у кого-нибудь РПГ? РПГ. Самое веселое, что если ты выстрелишь, взорвешься и ты. Не взорвался? Ну ладно. Так это твой Брэдли сдох. А как он умер-то? А я птур подтащил. Сучка. Нужно было отойти, чтобы по тебя смальнуло. Это было весело. Это было бы очень весело. Просто уморительно. О, он не активен? Что? Мой. А теперь попробуй выкурить. А, ну ладно. Я побежал обратно, короче. Злые вы какие-то. Это я вам знаю, чтобы ни тебе, ни мне не досталось. Злые вы какие-то люди. Привыкай. Это весело. Это очень весело. Не правда ли? Ну да, достаточно, да. Это очень-очень весело. Так, что у нас тут? Как дела? А знаешь, что клёво в этой стороне карты? Тебя проще контролить. А кстати, я же хотел попробовать, будет ли работать, сейчас закажем пулеметчика. Что ты хотел? Ну это, на мотоцикл попробовать. А, да-да-да-да-да. Слушай, знаешь, что было трудно, когда я был с другой стороны, с твоей? Ну? На точку могли зайти с широкого фронта. То есть тут слева, там где упал твой Ан-12, и чуть-чуть более центрально, там можно было забежать. А если с моей стороны смотреть, то тут всего лишь один узенький заезд. Мне очень выгодно здесь сидеть. Так, есть здесь пулеметчик? А, есть, вот он. Иди ко мне. Иди ко мне, мой сладенький. А, кстати, сколько у тебя денежек осталось? 2200. У меня 2500. Ну, это небольшая разница. Так. Подсветим двоих. Что? Ага, вон сидят. О, так. Непорядок. Так, а теперь валим. Непорядок. На пакости и валим. А ты мне хоть одного там убил? Кажется, нет. На, ты мне никого не убил, этот уже старый, по идее, валяется там. Ну, что у меня зависло? Я в инвентарь зашел, моцик ко мне завис. И тут я тебя вылетел. Нет, у меня не вылетел. Ну ладно. Это было бы весело. Вау, тут на фоне такие красивые тучки. Ляпота. А теперь мы вот эту еще вещь подтащим сюда. Интересно, и что, и зачем тебе это? Так, а, снайпер, работаем, они светятся. Не понял. А кому это ты там работаешь?
По кому это ты там работаешь, сучка? По кому, а? Еще один Брэдли. Какого фига? Просто. Так, в тур. Есть. Я не могу выехать. Я не могу выехать. Я заложник. Упс. Ой, что я делаю? Я выезжаю, да-да-да, у меня получится. А у тебя... Нет. У тебя не получилось. Ой, новый тур. Новый турчик. Воу-воу! Что это он такой навесной траектории пошел? Это что за колдовство? Упс. Ой, ой, ой. Тихо, тихо, тихо. Что с ним творится? Перевернулся. Гениальный добивал. А ты чё, АГС-кой шмонаешь? Непорядок, непорядок. Непорядок, однако. Не знаю. Хлебну водички, что ли? Как пидор с АГС-а. Пидоросня. А это пидоросня. Привет. Ну серьезно? Что с этим, что с этой игрой? Камешки, вы чего? Пидобир. Думал, все так просто? Оу. Тихо. Полегче, парень. Будь проще. Ну и чё? Ты как, сука, дальше АГСом будешь меня гасить, да? Ладно, пора туск заказывать. Авиация? А что? Как сразу так, а? Всё, поджали? А чё ты сразу туск? А чё ты меня артиллерией гасишь? Пехотой слабо, да? Я в тебя пехотой рашил. Ты только... Ты её всё убил. А мы сейчас танкистами в тебя пойдем. Да. Кровожадные танкисты. У меня проблемы. А если я АГС вызову, а? Хрен ты меня заштурмишь. Где у меня АГС-очка, кстати? Тур, это что такое? Станковая... А, это пулеметик? Это что? Краткоствольный пулемет или что это? А, вот, станковая гранатомет МК-19, то, что нужно. Поглядим, как ты меня заштурмуешь, когда у меня такая шняшка будет стоять. А? Я поставлю так, чтобы она достреливала до моста, а ты не достреливал до неё.
Как больно. Ну тебя что, и позиции обстреливаю. Молодец. Это очень больно. Ну чё ты как сука играешь? Давай, по-мужски. Или... Я ж авиацию Искандер не заказываю. Радуйся. Шо радуйся? Мог бы пехотой штурмовать. Или чё, кишка танка отряд послать? Пехота. Не танка, однако, кишка. Ну да, ты первую линию мне выбил, а что дальше? Отправил... Дальше буду вторую выбивать. Отправил мне 6 танкистов. Да, серьезная штурмгруппа. Отправил бы 3 отряда, я бы тут загнулся. Хотя, уже поздно отправлять 3 отряда. Уже не поможет. А если поможет? Ну, будет зрелищно. Вот если бы ты в начале игры, вот когда я только захватил, тут Брэдлик подтащил, вот когда ты Теху тянул, вместо Техи отправил бы 3 отряда и сзади БМПху в помощь, вот это да. Вот это я бы поднапрягся. Но нет. Зачем? У нас же кривые руки. Давайте раковать вместе. О, самолет. Какая неожиданность. Напал. Нихера себе. Нихера себе, что ты творишь. И у тебя зависло. Ну, естественно. Ты что сделал? Ты выжил? Но как? И второй заход. Ну давай, заходи. Заходи, дорогой. Будет вкусно. Все будет на высшем уровне. Мамой клянусь. А мамой клясться нельзя, в курсе. Но будет же вкусно. Вкус на высшем уровне. Ой. О, БТР-ка работает. Неплохо. Ну, я все равно выжил. Интересно, что ты сделаешь? Ты же, наверное, уже беспомощный. Разве ну что... Ну да, я на него тебя пущу, пожалуй. Разве что на таран. Да. Не получилось. Сбил, гад. А, и кстати, у меня еще тут пехота выжил. Ты мне поджег там человека 4, которые кучно так немножко стояли. Так, нужно водички хлебнуть. Водичка хлебаная, можно и дальше играть. Ну ок. Ну ок. Так, что мне подлогнуло? Ага, то есть я до сюда могу стрелять. Ну и хорошо. То, что я и хотел. Так, БМПшка назад. Ну чё, опять чернуху будешь устраивать? Или по-честному? А как здесь по-честному играть? Ну, посмотришь на видео, что у меня за ситуация. АГС. Ну, естественно. Зачем штурмовать? У нас есть АГС. Ну, пали, давай. Я? Я не хочу. Ну, боезапас, что ли, закончился? Да, закончился логический боезапас. Вот что значит психанул. Это же сколько нужно было стрелять. А, ну да, я вижу. Тут уже даже старые следы начинают пропадать. О, господи. Как же это весело. О, вот ты серьезный парень. Давай-ка ты сюда куда-то. Можешь как-то тут сесть, что ли? Ну, сядь. Пожалуй, разведаем.
Поймай что-нибудь, что тут где у него есть. Много чего у меня тут есть. Яйца, например. Да куда там ты по-черному обороняешься? Я? По-черному? Аргументируй. Что я черного вызвал? Абсолютно ничего, у меня БТРки и пехота. В этом нет ничего черного. Привет, парнишка. Знакомая? А что это за фигня, парень? АГС. Думал, ты один умеешь ими пользоваться? Не вызывал бы ты, не вызывал бы и я. Ну а где он? Скажи хотя бы, я-то свой пометил. А я его не убил. Ты весь боезапас отстрелял. Моя очередь. Моя очередь, знаешь ли. Так, а чё, неплохой такой девчик. Местами трудно, но терпимо. Чё это такое? А, это подствольник. Давайте я с подствольником тут посадим. А тебя сюда. Так, чтобы ни по кому сплэшой не зацепило. Если по-другому стреляют. Куда ж тебя посадить? Сюда, что ли? Вот ты там не очень эффективен будешь. Да, там будет говно позиция. Что если вот так? Ну, я даже не знаю. Он неплохой такой девчик. Весьма мирный, весьма спокойный. Ты что-то там быкуешь. Нет, говно позиция. Воу-воу-воу, опять АГС. Нет, что? Да ты вообще психанул. Что, у тебя настолько нет яиц, что ты град используешь? Сколько твой град стоит? Вань. Град? Блин, я под твоим управлением, сейчас тут стреляет уже. А, так он сам стреляет залпом. Если ты его начал, то он дострелит его до конца. Так, какой у тебя боезапас? Ой, не боезапас, стоимость града. 200. 200. Молодец. А ты мне убил штуку стоимостью сотни. И еще и пехоту не добил. Гениально. Я смотрю, ты у нас... В МММ вступил? Череда выгодных инвестиций? О, БМП. Куда ты собрался? Так не говори, что они умеют плавать. Они ж не умеют плавать. Они не должны уметь плавать. Это будет нечестно. Блин, вот знал, сюда нужно было поставить паренька с РПГ. Сейчас бы уже твоей фигни не было. Не пробьешь. Не бойся. Убил. Накрыл. Чё, да реально? Ладно. Не, я имел в виду, что ты просто сплэшой его убил. Ну а теперь попробуй пробиться. Что ты там сделаешь? Одного пехотинца убил? Очень выгодно ты БМП купил. Она мне ещё давно здесь стояла. А, ну очень выгодно давно БМП купил. И что ж ты собираешься делать, не? А? А? Что? Да ничего. Да, правильно, правильно, уезжай. Уезжай, как сучка. Ты кроме как сосать больше ничего и не умеешь. У меня вертолеты падают! Мой бах! А, у меня, кстати, тоже, я... Я так не могу. Я самолет и вертолет просрал. Я тебе просто не говорил. А ты моего тоже не убил? Я вижу. Так, а тебе валим за сарайчик? Ну, понятное дело. Сучимся. Нет, парень, нет. Ты не попадешь по мне. Я Нео.
Не, ну если у меня опять самолет упадет, я выйду нафиг. Слушай, ты сколько просрал на падении? Один пока? Они у меня падают! Завалить. Они не падают! Падают. Я тоже просрал два самолета. Я просрал беспилотник и А-10. Ну как так? У тебя тоже есть этот баг. Долбаный мод! Ну а что? Судьба тебя покарала. За твои злодеяния. Она у меня под землей летает. Сейчас мы будем разведывать, что там у тебя. О да! Разведка, буга-га-га-га. Светим, 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 светим. Че тут у Виталика? Так. И что ж ты мне нашел? А ничего. Бредли. Ша? Бредли. О, да. Вообще это нечестно. Слышь, ты как сучка себя ведешь, а ну подрывай его. Это не честно, ты не должен так делать. Ну, часть, он летает под землю. Ладно, я тоже сейчас загоню его под землю. Ну-ка, если мы встретимся то под землей друг друга тарана. Нет, у них разная высота будет там точно. Да и тем более... Так, где у меня тут полянка, чтобы загнать его? Если сломать этот кустик... то будет неплохо. Так и сделаю. Беспилотник, в бой. Ты знаешь, что делать. Так, Тунгуска, в бой. Ты знаешь, что делать. Ты еще добил, я его под землю выгоняю. Блять, не вогнал. Значит так, мне нужно... Угу. Так, берем этот ват и подвинем. Я почти вошел. Дерево помешало на последнем этапе. Сейчас я подвину трупик старого беспилотника. Я слышу, там что-то у тебя передвигается. Так это ват или что-то за херня было. Я, короче, сейчас осколки свои потолкаю, чтобы они мне не мешали. И вгоню нового. Ладно, пусть летает над точкой сидит. Я его даже уже не вижу. Он у меня на карте не отмечается. Это он слишком глубоко или что? Ну да. Можно и так сказать. Почему это гребаное дерево не пропадает? А, оно исчезло. Оно прозрачненькое. О, кого я вижу? БМП. Как мужик заезжает. Заезжает, заезжает, заезжает. И останавливается. Что же его остановило? Может, мой Брэдли, который не может повернуть ствол так низко? Ничего, мы сейчас подъедем. И теперь мы можем нормально ствол подымать. Так, твоя пехота начинает дохнуть потихонечку. Оп. Сосай, ты промахнулся. Знаю. Ты прям Ванга. Ту, пошел! Не попадешь, не попадешь. Так, что там твоя БТРка? Твоя БТРка уже на траке сидит. Теперь ее можно точно добивать ПТУРом. Упс, я тоже на траке. Меня убило? Меня убило, да. Ну, естественно. Да я под твоим управлением. Да ты чё? Мы просто слишком бортом стоял. Слишком. А так я тебя все равно пробил с 30 миллиметров. Ну так бортом. Я же бортом стоял. Ну ничего, точка за мной. Я побеждаю. Мне осталось 500 очков накопить. И я выиграл. А ты в полной беспросветной жопе. И у тебя зависло.
Ну, естественно. Выпью водички. Ну, естественно. Да, он просто специально ливнул. У него какой-то каличный телефон. Когда на него звонят и отвечают, то интернет обрывается. Сейчас он его отключил. И все равно обрывается. А это значит, он его специально выключил. Пидобирушка. Естественно. Ну что ж, ладно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.